В последний день апреля в Заинске стартовал сезон фонтанов. Всего их в Заинске 2. В парке имени Рената Фардеева собрались горожане, чтобы увидеть, как живет фонтан, запустив летний сезон. Это событие предзнаменовалось церемонией запуска и фееричным шоу. 3, 2, 1! Поющий фонтан во второй очереди парка имени Рената Фардеева был первой ласточкой. Его запуск несколько лет назад стал настоящим событием для горожан. Сейчас это одно из любимейших мест отдыха. Не менее ярким стал запуск фонтана и на центральной площади. Его построили прошлой осенью, и предстать во всей красе он еще не успел. Потому и на первый летний сезон этот поющий фонтан собрал огромное количество зрителей. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.